Как фестиваль встретишь, так сезон и проведешь. Такое негласное правило в кругу студотрядов. Весенний конкурс творчества – своеобразный итог подготовки к летнему сезону. Это показатель сплоченности, ведь готовятся к фестивалю отряды в обновленном составе вместе с новичками. И на сцену поднимаются самые достойные и креативные. Так называемые веревки – марионетки. Те ребята, те лучшие, на которых строится весь фундамент, строится отряд. Ребята приходят, кто-то за заработком в отряде, кто-то за эмоциями, кто-то за друзьями, а кто-то, вернее, со своих старших вожатых, приходит в отряд и хочет быть таким, как они. Студенческие отряды – визитная карточка Алтая еще с 70-х годов прошлого века. Сейчас в крае их 59. Строительные, педагогические – отряды проводников. Именно в них студент разных вузов получает свои первые профессиональные навыки, которые часто далеки от специализации. А еще бойцы учатся петь, танцевать и не боятся пробовать новое. Тут идет больше строение, то есть личности своей. Любил петь, ты отлично рисовал. И тут ты можешь это проявить и занимать какие-то места и прочее. Я считаю, что это больше площадка для саморазвития. Развивают здесь и настойчивость, находчивость, и неравнодушие. Все бойцы – волонтеры. В год добровольца эту тему здесь не обошли стороной. Как и год комиссаров, объявленный в студотрядах России. К слову, комиссары – это те, кто отвечает за настроение бойцов. И сегодняшние номера – тоже их рук дело. Как говорит директор краевого штаба Евгений Конин, Алтай всегда считался кузницей комиссаров. И неспроста наши бойцы нередко привозят с нами всероссийских слетов. У нас есть то настоящее, да, в людях. Та неподкупность, наверное, каким-то идеям. Мы не делаем за формальность, за галочку, за что-то. Это идет от души, это идет от сердца. И за счет этого, конечно же, есть такие успехи у нас. Бойцы отмечают, удивить жюри все сложнее, поэтому номера становятся более изобретательными. К примеру, «Монолит» взял победу в танце, обыграв борьбу с 7 смертными грехами. Самым оригинальным на этот раз признали отряд «Ювента». 22-й регион лучший в песне, «Сальвейк» в агитбригаде. Фестиваль завершен. Наступает время побед в третьем трудовом. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. Наши новости.